Ребята, всем здорово, Саныч на связи, я вас всех очень рад приветствовать у себя на канале. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, дзынь-дзынь вот такой вот маленький, на все, чтобы не пропускать новые выпуски. Скажите мне, пожалуйста, встречались ли вам женщины, которые за попкорн давали вам себя в дымоход? Мне, если честно, нет. Бесплатно было, а вот именно за попкорн нет. Знаете, сейчас пошли такие мужчины, которые тебе за тарелку супа предъявляют. Поэтому я отклоняю приглашение сходить в кино. Там попкорн 500 рублей стоит. Еще в жопу давать придется. Вы представляете, насколько у нее уже жопа многострадальная, что она уже отклоняет приглашение. Ну куда уже? Уже вываливается, ё-моё. Ребят, я не знаю, шутка это или не шутка. Если честно, я таких шуток не понимаю. Когда человек, женщина, между прочим, пишет на камеру, типа, да, что она за попкорн там дает кому-то в жопу. Ну, это разве шутка? Вот так вот на всю страну заявлять, что это разве шутка, ребята? Я таких шуток не понимаю. Ладно, хрен с ним. Реально, пишите, были ли у вас такие случаи. У меня вот почему я сказал, было бесплатно. Как бы, ну, по обоюдному согласию. То есть, там, мы встретились, познакомились, друг другу понравились, там, встретились. Вечером я уже имею в виду там у меня дома, либо у нее дома, как бы, и все уже случилось, да. Но вот целенаправленно там, чтобы она хотела, чтобы ее там покормили тарелкой супа, либо же попкорн ей купили, и ей потом пришлось вот как бы давать там куда-нибудь. Честно, у меня бы даже не получилось, мне бы смех разбирал, как бы, да, то есть на тебе ведро попкорна, то есть она уже такая раз, хопа, и тебе подставила, да, зад выпить. Меня бы просто размирал смех. Пишите.